Даже спустя полгода многие аграрии продолжают подсчитывать убытки от летней аномальной жары. Знойный уборочный сезон не позволил фермерам заготовить достаточное количество кормов для поголовья крупного рогатого скота. Я вас попросил, вникните все в ситуацию. Лично возьмите под контроль ход зимовки, рацион кормления, запасы кормов, подведение итогов. И если есть сложные проблемные вопросы, ставьте перед управлением сельского хозяйства района, перед главой района. Региональное руководство готово оказывать таким хозяйствам поддержку. Однако, к сожалению, в СПК «Фокинский» вся проблема не только в природных катаклизмах. Заместитель губернатора Николай Симоненко отмечает, кризис на ферме появился еще и из-за неправильного управления. Мы же проверяли, все докладывали, что все работы выполнены. Утеплены окна, двери, кормушки отремонтированы, навозодоление нормально существует. Все работает. Периодически. Сейчас за фермой числится более 7 миллионов рублей долгов. Это заработная плата, налоги и кредиты. Чтобы не допустить дальнейшего негативного развития этой ситуации, руководство готово пойти на самые радикальные меры. Где действительно вот такие безобразия будут, мы действительно будем менять руководителей, начиная управление сельского хозяйства, ветеринарную службу и руководителей сельхозпредприятий. Потому что на сегодняшний день, вот в данном конкретном хозяйстве, я вижу полную безответственность со стороны руководителя хозяйства. Начиная с января этого года, подобные выездные совещания становятся регулярными. И что, пожалуй, самое важное, теперь за допущенные ошибки в управлении как чиновники, так и директора фирм понесут персональную ответственность. Виталий Угримов, Игорь Сусло. События. Дядьковский район.